момент. Что вы нас заставляете? Ваша работа момент. Особое внимание уделили перспективам его развития в энергетической сфере, прежде всего в части реализации проекта болгарского участка газопровода «Южный поток», который призван существенно укрепить энергобезопасность всей Европы. Со своей стороны мы подчеркнули необходимость его строительства в установленные сроки и подтвердили готовность продолжать в этих целях конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, как со странами-участницами проекта, так и с Еврокомиссией. По инициативе Брюсселя деятельность этой рабочей группы была заморожена. Мы рассчитываем, что это замораживание будет прекращено, потому что есть все основания полагать по возможности достижения взаимоприемлемого результата. Более того, мы убеждены, что это реально. Мы приглашаем Еврокомиссию к возобновлению контактов, и рабочие консультации сейчас начинаются. Надеемся, что они увенчаются успехом. Для всех участников будет главным критерием, а не какие-то политические или геополитические соображения.